привет! Всем привет! Добро пожаловать в Лунопару! И в аэропорт Домодед. Да, мы уже зарегистрировались на рейс, поэтому тихо, спокойно. Сейчас будем ходить, нам надо что-то в самолет поесть купить. И вы представляете, мы вышли из подъезда, садились в такси и встретили, вернее, к нам подошла наша подписчица. И мы в такой суматохе целовались, обнимались, даже забыли, да, спросить, да, как вас зовут. Напишите, пожалуйста, нам будет очень приятно. Вы нам пожелали счастливого пути, прям вживую, наверное, от всех вас. Да. Большое спасибо. Он Бася, с тихо, спокойно, Маня, с успокаивающим ошейником, но абсолютно неспокойно. Аня еще ей всю сумку спреем успокаивающим обрызгала, и она все равно кричит. Я не понимаю, почему мы первый раз так спокойно ехали? Не знаю. Сейчас так что опять психоз какой-то. Поехали дальше. Мы уже пошли на паспортный контроль. Да. Кошка по балкону бегала. А где она? Аня. В средней комнате. Не обращайте внимания, мы здесь чемоданы разбираем. Ну и что? Что? Ну выходи. Иди. Заходи, давай. Иди. Да. Вот. В другую комнату забежала. В мамину комнату. Под кроватью она. Ага. Мы пришли прописываться на прописку в Сан-Кугате. Это типа нашего МФЦ. Да. Ну, мы вот ходили в Барселоне. Ой, а почему у меня экспозиция такая темная? В общем, мы ходили в Барселоне, и там был маленький-маленький зальчик, а здесь прям огромное такое здание и большой зал. В общем, мы же не знаем, что там наверху. Чем меньше городок, тем больше... здание. Заботиться о людях. Да. Только туалет я не могу найти. Ты еще не искала. Да, ну, в Барселоне стоят, а здесь сидят, разговаривают. Ну, как у нас в МФЦ, собственно, или наоборот. У нас как у них. Нет, у нас в МФЦ есть сидячие места. Конкретно в нашем. Я не Нет, знаю, я как говорю, как у нас в МФЦ, а потом говорю, у нас как у них, скорее всего. А, ну да, мы давно это, у нас же недавно перешли. Всем привет. Всем привет. Добро пожаловать в Лунопару. Вот этот... Сегодня 23-е. Вторник. Да. И сегодня все в Испании начали работать. Жизнь кипит, потому что у них в воскресенье была Пасха, в понедельник еще один праздник. Сегодня тоже праздник. Ну, типа их дня всех влюбленных. Но он называется у них... Сан-Хордин, по-моему. И они дарят... Кто-то крадется. Мальчики дарят девочкам одну розочку, а девочки, намекая на то, что мальчики абсолютно не культурные, дарят им книжку. Ну, мы прописались. Да, это очень большое дело мы сделали. Да. Нам нашли человека, который на английском разговаривает. Да, мы по-английски поговорили. Теперь нам нужно еще животных прописать. Надо сначала к ветеринару сходить. Да. И вот эта Анна, ты так и не записала ее фамилию? Она сказала, ко мне прямо Мираюсь. Придете. Вот, потому что больше никто по-английски не калякает. Да. И теперь мы... А вот это панно? Ну, не панно, а... Ну да, как коврик такой. Панно на самом деле. Оно на 11 на 4 метра. Ровесники мы с ним. И 85-го года. Создание. Это просто когда мы уже сели оформлять все, там была история вся была написана. Так, нам сейчас куда-то повернуть. Мы сейчас едем в надежде оформить интернет. Да. Что едем в Барселону. А, нам налево. Налево, да? По-моему, да. Мы приехали к Эль-Корт Инглесу, здесь, собственно, интернет и будем оформлять. И здесь более пафосные такие розочки продаются. Упакованные, красивые очень. Кстати, тоже всего 9,65. Да, как и везде. Коробочка, такая раскрытая. Да. А, вот здесь книги. Да. Ой, книг столько. Больше, чем розочек.
Ну, пойдемте оформлять интернет. Мы сели в прикольное местечко. Не помню, как. Пескалабис, по-моему, оно называется, на диагонали. В том районе, где мы раньше жили. И почему здесь очень много иностранцев? Да. И меню есть на русском языке. Да, меню на русском языке. Там взяли вот такой десертик. Но сегодня улица вся заполнена девушками с розочками, да, красными, как у нас на 8 марта. Вот это. И, конечно, сегодня торговцы отрываются. Некоторые с красненькими и с желтенькими. Почему-то, да. А, ну, видимо, это флаг вот местный. Да. И, в общем, все прямо высыпали, все торговцы со своими лотками, даже, мы подозреваем, без лицензии. Стоят, зазывают. Ну, такого мы ни разу не видели. Как сегодня торгашеский праздник. А в центре один дом украшают, один дом Гауди украшают розами. У меня такой миленький капучинка, а мама перешла здесь на американо, чтобы было больше, да, кофе. На десерту не хватает. Да. Но я подозреваю, что я заказала шоколадный фондан. Так что сейчас будем смотреть, он ли это. Ну, почти. Похож. Но там не было написано, что шоколадный фондан, но по-другому было написано. А как было? Я уже не помню. Ой, у нас сегодня завтрак такой вкусный. Мы наконец-то Меркадону открыли. И мы взяли папайю. Вчера было нереально. Мы вчера это все покупали. Вчера было нереально много народу. Такое впечатление, что люди голодали на праздники. И приехали... Да, все съели. Да, все съели и приехали закупаться. Вот такими ведрышками теперь в Меркадоне продают голубику и ягодки. И я еще взяла вот такой даноновский йогурт с этим медом и грецкими орехами. Ну, вряд ли здесь, конечно, мед, поэтому я беру такие вещи с медом. Вот. Ой, какая красота! Я маму попросила объяснить, что это, но она сказала, что я знаю. Я говорю, что тут непонятно. Мне кажется, это французские тосты с сыром, да? Я не знаю, французские или нет, гренки такие. Ну, гренки, да. Да, ну, то есть в яйце и с сыром. И авокадо. Это просто пахнет невообразимо вкусно. Манечка, фу! Нет, нельзя. Невообразимо просто. Пойдемте к столу. Там, видимо, сюда. И пусть все ягодки подождут. Видимо. Обед. Один из обедов этих, сколько, 4 или 5 дней, очень вкусный. Тут всякие овощи, кускус и... Это булгур. Какой он похожий на кускус булгур-то. И куриные крылышки. Я взяла вот такой соус. Ну, он не винегрет. Вот здесь написано винегрет, он не для винегрета. Он просто такой с кислинкой. Я так и понимаю, что винегрета это на основе этого уксуса. Винегар, как по-английски. Ну, это мне так кажется. Приятного аппетита. Мы дошли до прикольного места. Это Хардиланд, то есть все для сада. Там и вообще для животных, для декора, для сада, цветочки. В принципе, от нас это совсем недалеко. Вот здесь все для сада, а с другой стороны спортивный центр Дир. Он один из самых популярных в Барселоне. И в самой Барселоне куча дировских вот этих, ну, в общем, спортцентров. Вот, так что мы сейчас переходим на ту сторону, там куча горшочков, мама уже зажглась. Вон мама с рюкзаком. Не волнуйтесь, сейчас в рюкзаке ничего тяжелого нет. Так, что у нас тут? Бассейн, корт и еще что-то. О, спортивный аутлет. Здесь просто джунгли какие-то. Это джунгли? Да. Здесь. У нас такие магазины только, ну, где-то за городом. Мы тоже за городом находимся по их меркам.
Но здесь прям вот как ощущение, как в джунглях. В оранжерее. Мы ходили в Африканский огород. Да, очень круто и очень влажно. Здесь столько растений. Даже больше, чем в Оби. У нас, по-моему, только Оби. Вот такой магазин. Вот такие свежие, жирные. Кактусы. Ой, смотрите, какой с кучеряшками кактус. Колесенький. Еще один. Хорошо, сукулент. Ну, там просто безграничные просторы. Угу. О, кстати, если это они вместе с горшком, 7,95 это не очень дорого. Ну, если за такую икебану. Его ну, да. Тоже. Нет, 29, я увидела. Да, да. Вот. На нем на самом? Да, на нем на самом. Вот это вот еще классно же, когда все готово. Угу. Главное, чтобы оно не сдохло. Ну да, кстати, я смотрела букеты в Барселоне. Букеты здесь от 30 евро. Ну, а это вот круче, чем букет. У нас одна знакомая, она всегда покупает просто цветущие растения, а потом их выбрасывает. Она говорит, это гораздо выгоднее, чем живые цветы покупать. Угу, да. Ой, красота. Ну, говорю, здесь безграничные просторы, плюс еще декор. Ой, какое все беленькое. Ой, красота. И под конец влога покажу вам, что мы купили в Карфуре, Перье. Но это мы очень пить хотели, потому что в этом садовом магазине было ну дико просто душно. Взяли чай, мятный марокканский, потому что мятный закончился. О, кстати, и мятный шоколадный я взяла. Ну, надо же. Мне, кстати говоря, больше всего в Эль Корт Инглесе чай понравился. Мама наконец-то нашла ирландское масло. Она уже достаточно давно его искала. Настоящее ирландское масло от настоящих ирландских коров из настоящего ирландского молока. А вот такие фисташечки мы берем. Они с луком. Дальше для одного десерта на Пасху взяли вот такой белый, я взяла белый шоколад, он как раз пострес, то есть он для приготовления десертов. Вот, так, это вкусняшки, такие конфетки, мама их очень любит. Дальше взяли белые яйца, чтобы красить их, и еще взяли вот здесь как бы с птичками, ну, мне кажется, что это курочки такие, и с такими зайками тоже на Пасху печенье. Вот такую, на самом деле, я с собой привезла керхер, чтобы мыть окна, но еще взяли вот такую вот штуковину, чтобы внешнюю не стекла балкона помыть. Посмотрим, как это получится вообще или не получится. Вот такие штуковины. Я так поняла, что это все-таки пшеница. В общем, пшеничные такие штучки. M&M's это тоже для десерта на Пасху. А вот это уксус. Ну, здесь такого, как в России уксуса, я не знаю, вроде не продают. Мне кажется, только в русском магазине, который, ну, не яблочный, не винный, ну, не виноградный, а обычный. Наш советский уксус. Его не продают. Вот такой виноградный для краски. Я взяла. Так, дальше. Картриджи для фильтра. Так, это у нас спаржа. Дальше щеточка. Вот такая прикольная щеточка под этим уголком. В общем, в унитазе под уголком унитаза. Как бы вот так вот залезать. Масло авокадо взяли. Попробовать никогда не пробовали. Конфитюр. Я так понимаю, что это клюква с клубникой. Для глазури типа куличиков это пудра сахарная. И что еще? А, еще одна спаржа. Мне кажется, там все, больше ничего нет. Да, еще пакеты для мусора. Все. Все.
мы сейчас будем есть. Ну что, заканчиваем этот многодневный влог. Мы сегодня провели первый прямой эфир из Испании, нашей квартиры. Из этой квартиры. И, в общем, все хорошо. И замечательно, и спасибо большое, кто приходил. Да, мы очень по вам соскучились, просто так душевненько получилось. Ну, чуть больше полутора часов у нас был эфир. Они говорят, что вроде все сохранилось. Все сохранилось, да, ну, по крайней мере, до вечера субботы. Сегодня нам провели интернет, наконец-то, как мы вам и сказали. Ну, пятница. Мы очень хотели, да, чтобы в пятницу это произошло, и в пятницу, слава богу, это и произошло. Так что нам не нужно ждать еще целые выходные, и сегодня в субботу вышел влог. Мы вернулись. I'll be back. Вот, влоги возвращаются в старое русло, ну, в общем, нормальное русло. И, ну, все, что вы хотите увидеть, вы увидите, ну, своевременно или немного позже. Мы готовимся потихоньку к Пасхе. Вот выходные пасхальные, воскресенье пасхальное предстоит нам. У нас здесь, конечно же, много дел. И мы будем потихоньку с вами ходить, что-то делать в квартире, что-то снимать. И, в общем, жить. Да. Продолжать жить. Продолжать жить и выкладывать влоги. Ну что, желаем прекрасных выходных. И прекрасной погоды. В Москве 26-27 градусов. Чтобы с работающими батареями сохранялось и дальше. Ну, у нас, конечно, поменьше. Мы же все-таки в Барселоне. У нас всего 20. Вот. Ну ой, что? Как же хорошо снова с вами встретиться. Пишите, скучали ли вы и чем занимались на этой неделе. Как собираетесь проводить выходные, все ли яйца покрасили, все ли убрали в доме, все ли украсили. И мы с вами обязательно увидимся завтра. Ура! Вот это самое главное. Обнимаю вас крепко и желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.